царстве леса, полей и речушек, вырос ты, наш поселок родной. Среди скромных домов и избушек прошло детство наше с тобой. Ты красив и зимою, и летом, чистым воздухом всех одарил. Добрым, ласковым, солнечным светом своих жителей ты озарил. Мы гордимся тобой, наш поселок, и вовек не забудем тебя. Пусть каждый рожденный ребенок вспоминает с любовью тебя. Давайте поприветствуем маленьких жителей нашего поселка, которые пришли сегодня, чтобы поздравить вас с праздником. На сцене детский сад «Аленка», дымковские игрушки. Позитивных людей. И все они сегодня в центре события под названием «День поселка». И неудивительно, ведь именно сегодня наш поселок празднует свой день рождения. И сохраняя наши добрые традиции, спешу сообщить, что с песней праздник честь по чести, без нее никак нельзя. Поэтому на встречу с песней мы приглашаем вас, друзья. И чтобы праздник в душе оставил радостный след, примите, друзья, наш праздничный букет. Это песни, танцы, веселье и просто хорошее настроение. Для вас поет Николай Шарыгин «Бирюзовое колечко».
Молодцы. Чуть-чуть меня кричит, я тебя не вижу. Да. Настоящей бирюзой. Окуну его я в речку под росинкой под водой, что горело как слеза. На колечке бирюза, на твоей мозге друге. На колечке перстеньке, что горело как слеза. На колечке бирюза, на твоей мозге друге. На колечке перстеньке. Я куплю тебе колечко, чтоб играла бирюза. За этой сценой совсем случайно появились очаровательные малыши. Их несколько. Нам кажется, что они потерялись. Неудивительно, ведь сегодня на площади так многолюдно. Уважаемые родители, будьте очень бдительны. Друзья, успокойтесь, это была шутка. Я просто хотела придать еще большей торжественности нашему празднику. Ты не поверишь, но у тебя это получилось. А что дальше? А дальше этих самых милых малышей я с большим удовольствием хочу пригласить на сцену. Встречайте, детский сад «Аленка» со своим зажигательным танцем. Чудо ложки, ручки озорные.
вы считаете, что было бы идеальным подарком для поселка в его день рождения? Наши успехи и достижения? Или появление малышей, жителей нашего округа? А может, открытие новых, значимых для кикнурцев объектов? Не знаю, как тебе, а мне каждую ночь снится море. Необитаемые острова, а иногда посмотришь бразильский сериал или рекламу про Кипр, и сразу хочется туда попасть. А что, это идея. Давайте мы подарим нашему поселку и его жителям путешествие прямо на море. А каким же образом ты планируешь отправить всех на моря? Я не волшебник, но ради любимого поселка и такой очаровательной соведущей сегодня возможно все. Приготовились? Мы отправляемся в путешествие на море вместе с семьей Ашуевых. Встречайте, Ирина, Настя и Маша Ашуевы! Встречаю я зори у синего моря на желтом морском берегу. Встречаю я зори у синего моря, без моря я жить не могу. Шуршит золотистый песок, струится воды холодок, и дальние дали уносит печали соленый на вкус ветерок. На синем море с ветрами спорят, бежит волна, ля-ля-ля-ля-ля. И как русалка в родное море я влюблена. На синем море с ветрами спорят, бежит волна, ля-ля-ля-ля-ля. И как русалка в родное море я влюблена. Я знаю, в морской глубине, дельфины скучают по мне. Плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Плывут осьминоги, не зная дороги, дельфины скучают по мне. Я чайкой над морем лечу, крыло подставляя лучу. И волны ныряя, со сбега ныряя, русалкой морской быть хочу. И волны ныряя, со сбега ныряя, русалкой морской быть хочу. На синем море с ветрами споря бежит волна, ля-ля-ля-ля-ля. И как русалка в родное море я влюблена.
На сцене Полина Балахнева с песней «Кукушка». Государственной Думы Валенчука Олега Дарьяновича, депутатов Законодательного собрания Кировской области Бибикова Игоря Николаевича и Маликова Анатолия Александровича. А также благодарим ООО «Стимул» Филимонова Анатолия Николаевича, ООО «Викинг» Шибаева Евгения Вячеславовича, ИП Шабаев Вячеслава Ивановича, ООО «Русич» Желобаева Сергея Вадимовича, ООО «Дубрава» ИП Баженова Сергея Леонидовича, магазин «Стройка», ООО «Лилина»
Осокина Сергея Геннадьевича. И индивидуальных предпринимателей: Вдовкина Владимира Николаевича, Соловьева Леонида Леонидовича, Ведякина Павла Аркадьевича, Ливанова Анатолия Геннадьевича, Лоптева Ивана Ивановича, Лугина Александра Николаевича, Овчинникова Олега Валерьевича, Разумова Владимира Леонидовича, Соколова Николая Анатольевича и Китаеву Альбину Станиславовну. Грустных нет у нас сегодня. Если посмотреть вокруг, сейчас спляшут нам марийские. Выходи смелее в круг. На сцене народный самодеятельный коллектив «Марийский этнографический театр малых форм» «Мадана». Встречайте! За чудо Юлташвала кого, но за чудором пролялитна. Чудором пролялитна, да не мрешь пролялиена. Чудором пролялитна, да не мрешь пролялиена. Ну
я не жду от тебя ласковых слов. За счастье плачу, а была ли любовь? Нет, не смог ты понять и не хотел, что тебя лишь тебя ты жалел. Ты меня не ищи, я тогда ты плакать не буду, просто все уходи. Скоро я тебя позабуду, ты меня не ищи, я тогда ты плакать не буду, просто все уходи. Скоро я тебя позабуду, ты меня не ищи, я страдать и плакать не буду, просто все уходи. Скоро я тебя позабуду. Попробуйте на одно мгновение затаить свое дыхание. И сразу почувствуете, как волей и простором все дышит вокруг. Что люди живут в нашем поселке, на этой земле благодатной. Светлые, душевные и талантливые. На сцене выпускники 2022 года. Встречайте! Время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем назло ветрам. В небо глядел, словно в глаза, и на вопросы ответа я ждал. Как же быть, что мне делать, чего ждать от завтра мне? Знаю, время камень точит, но любовь еще прочней. Тут годами не загладить, не привыкнут до сих пор. Что мы сами потеряли, то тепло. Но я совсем один, по улицам пустым, и в поисках любви туда не знаю сам. Услышь весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звон носит по дворам. Но я совсем один, по улицам пустым, и в поисках любви туда не знаю сам. По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого. Ты жди меня, я скоро. И нас укроет город. И если захочешь, то будем до ночи. Снова и снова. И все, что было раньше, теперь уже не важно. И если идти, то идти до конца. Вместе.
счастье не страшно. Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Но я совсем один, по улицам пустым, и в поисках любви куда не знаю сам. Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Моя
В наших детях наша сила, неземных миров огней. Лишь бы будущее было столь же светлым, как они. И то верно, ведь самое главное наше сокровище – наши дети, а значит, наше будущее – будущее нашего поселка. Вас вновь приветствует детский сад «Аленка. Танец с мамами». Души, мечты и секреты ведут свою жизнь, живут в уголочке у самого сердца, за маленькой дверцей. И каждому кажется, сердце стучит, а это в кармашке мечта говорит, и робко стучится в закрытую дверцу, а слышится сердце. Волшебные кармашки души, великие тайны хранят малыши, и космос таинственный, и Чебурашка хранятся в кармашке. За дверцей волшебной у взрослых людей пылится не меньше 100 000 идей, и там же грустит и чихает бедняжка. Кто? Чебурашка! Красота. И так смешна всей суеты нелепость.
Так давайте сердца шире откроем, праздник себе устроим, плечи вовсю расправим, весело праздник справим. Встречайте, на сцене Татьяна Овчинникова с песней «Разговоры». Захмелели клёны у обочин, растрепал мы кудри ветерок. И сегодня ночью знаю, знаю точно, до утра опять уснуть не мог. Ты за мною ходишь, как мальчишка, плещется весна в глазах твоих. В нашем двухэтажном городишке не найти счастливее нас двоих. Ходят, бродят, ходят, бродят и разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры, разговоры. Ходят, бродят, ходят, бродят и разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся. Ты что опять задумала? Ты не поверишь, ничего. Просто я хочу сказать, пусть у каждого из нас есть своя профессия, свое увлечение, свои интересы, но объединяет всех нас. Мы жители одного поселка Кикнур. На сцене Татьяна Злобина с песней в стиле диско.
шаг.